Областное правительство поддержит граждан, достигших 65-летнего возраста и старше, одиноко проживающим и одиноко зарегистрированным по домашнему адресу неработающим пенсионерам ежемесячно будут выплачивать по 1000 рублей. Выплата будет с 1 мая. В настоящее время на территории нашего округа проживает около 42 тысяч граждан старше 65 лет. 7700 гражданам эта выплата назначена в автоматическом режиме. Что это за граждане? Это граждане, которые получают от Сергиево-Посадского управления социальной защиты населения льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, и по которым у нас имеются сведения от управляющей компании. Эти сведения поступают нам ежемесячно в рамках заключенного соглашения об информационном взаимодействии. Так вот, по этим сведениям эти граждане зарегистрированы одиноко. Решение о выплате по всем остальным гражданам будет принято дополнительно. То есть, как мы с них будем собирать эти данные, как они будут подтверждать, что они зарегистрированы одни, этот вопрос в настоящее время решается. Право обращения за этой выплатой у граждан имеется до 31 декабря текущего года. То есть, когда бы гражданин до 31 декабря не обратился, выплата ему будет назначена с 1 мая и будет произведена доплата за весь предыдущий период.